Стэнли, и мы с вами встречаем очередное незабываемое утро в городе мечты. Честно, я люблю... Пошли тусить, нахуй. ...как родную мать. Правда, это такая мать, которая отдает тебя приют, а потом останавливает на улице и спрашивает, закурить не найдется? Каждый день сюда приезжает по 100 человек. Правда, через год от них остается только половина. И это если год был хороший. Зачем же они едут в найти? О, блядь, это машины. К счастью, тут всем абсолютно насрать, с чего ты начинал и откуда приехал. Самое главное, какую дорогу ты для себя выбрал. Это Найт-Сити. Город мечты. Наша пропавшая Чика где-то в этом здании. И те, кто ее похитил, тоже, скорее всего. Смотри, Вова, полгода спустя. Да, хуйня. У меня есть подарочек. Мелитеховский обучающий чип. На случай, если захочешь освежить знания, так сказать. Как насчет небольшой виртуальной разминки? Давай, нахуй. Давай, хуже не будет. Начнем с курса базовой боевой подготовки. Этот сеанс будет записан и подвергнут оценке. Ебать, сержант. Жестко. Так, сейчас, секунду. Так, я поебався немножко с настройками. О, нихуя, у меня форма какая. Поебався немножко с настройками, стало, блядь, полу. Кстати, секундочку, блядь, я не выключил. Что сделал? Не то, не та кнопка. Отображение феписев надо теперь выключить в стиме. Сейчас, еще минуточку, нахуй. Все, вроде да, потому что до этого, блядь, короче, пришлось все понизить, потому что, очевидно, моя EVM не справлялась, и я этого сначала не понял. И она вначале, мне подсказали, говорят, вначале она такая довольно мыльная, особенно если там вот за корпората начинает, ну не особенно, это. Если начинает за корпората, начало очень мыльное, и еще феписи не хватало, мне реально, реально было некомфортно на все это смотреть. Думаю, сейчас уже вот намного лучше себя ощущаю этот в этой игре. Давай. Для оттачивания основных боевых навыков и тренировки рефлексов. То есть то, что у меня и так врожденно уже есть. Научитесь, поможет вам выживать и даже побеждать. Тоже побеждать, бак, как заговорил. Я расскажу вам, давай, как эффективно стрелять, скрытно передвигаться и взламывать локальные сети противника. Окей. Убери руки теперь, блядь, я достал руки. Мы в Мелитехе. Мелитех шифрует все через жопу. Зато муштровать их там начинают, видимо, с детства. А, вы хакнули их программу теперь? Позицию, бля. Пошел, пошел, пошел! Давай, начать. Сейчас будем проходить курс учебной стрельбы. Ничего сложного, обещаю. Обещает она это. Я тебе обещаю, что все пройдет заебись. Так, Лексингтон взять. Да в смысле, я их уже отстрелял, блядь, по два раза. Я знала, что у тебя проблем не будет. Может, тогда немного поднимем планку? Давай. Изи. Изи. Совершить быструю атаку. Кью. Но учти, в реальном мире у мишени будут пушки. Сюда. Что ты стоишь? Беги в укрытие. Чтобы присесть спрятаться, нажмите целку и защитить вражеского огня. Похуйня, и на контру можно. Borderlands пошел, Borderlands. Не. Тебя подбили. Если хочешь выжить, доставай реаниматор. В смысле, меня не подбили? А, ранили! Взять ингалятор. Так, применение расходных предметов. Полученный расходным предметом, птичка помещает свободную ячейку. Так, на X. А, хорошо. Я восстановился. Готов. О, смотри. Он решил захватить собой. О, блять. Ты знаешь, что делать.
Режима переключения огня у нее нету? Нет, нету. Но в целом, если зажимать, она стреляет очередью. А пистолеты мне забрали? Нет. Ууу, волына, Джон Вик. Заряди. Сюда иди. На, поебало. На. Не, не очень помогает. Им не больно. Фу! Не. Да. Откуда ты знаешь мое имя? Дальше у нас по списку взлом. Сразу скажу, я кое-что поменяла в учебном материале. Ну ты какая, блядь, FIFA поменяла. Так, взлом, давай. Научи меня хакать. Я же не просто так интеллект качал. Чтобы провести сканирование, нажмите Tab. Зажмите Tab. Предметы, которые относятся к зданию, подсвечены золотым. Просканируйте два таких предмета. Ноутбук. Сервер. Угрозы обозначены красным. Устройства, которые можно взломать, подсвечены зеленым. Объекты, с помощью которых можно взаимодействовать, очерчены голубым. Это зелененькое можно хакнуть с этим. Это можно подобрать. Так, отпустите так, чтобы закончить. Окей. Ну что ж, в этом модуле объясняется, как... Попробуй аккуратно хакнуть экран, чтобы отвлечь их. Так, хакнуть экран, чтобы отвлечь... Поскольку у вас есть кибердека, вы можете выбирать скрипты и их цели во время сканирования. Отправьте скрипт отвлечения врагов, чтобы сбить с толку охранника. Чтобы посмотреть доступные скрипты, используйте колесико. А куда я не понимаю? А, вот отвлечение врагов. Длительность 30 секунд, восстановление 0 секунд, время отправки. Ага, вызывает сбой в работе устройства, качество окружающих. Запускаем. Идет отправка скрипта. Там было написано, он, блядь, секунду с чем-то отправляется там. Тут долго. Торжество формы, блять. Да. Хорошо, теперь устрани его по-тихому. Уже иду. Ну все, он твой. Устраняй его. Как? А, иди сюда. Убить, совершить. Убить. Убивца же. В нашем деле главное не оставлять никаких улик. Куда его носить? Человеческих. Сюда иди. Подними этого чувака и спрячь куда-нибудь. У чувак. Оглушив или убив врага, можно спрятать его тело. Это снизит вероятность, что вас узнают другие враги. Понимаю, Хитман. Сюда. Все, спи нахуй. Повторение, мать учения. Так, теперь попробую устранить его за одно движение. Наверное, обезвредить, не убивать? А! Ну все, изи. Все, я справился, правда? Ну что, попробуешь да. Взломать кого-нибудь в реальном времени? Удачи. Контроль камер. Поехали. Сложные скрипты позволяют вам использовать в своих интересах элементы окружения и даже врагов. Окей, ну я хакнул камеру. Теперь я отсюда могу хакнуть робота. Взрыв гранаты. А мне не хватает кибердеки. Допустим, взлом протокола. Мини-игра! Для отправки демона ледокола нужно воспроизвести последовательность его элементов, выбрав их в матрице. Выбранные элементы появятся в буфере. Охуенно! Я вообще ничего не понял. Что ты мне, блядь, сейчас написал, сука? Взлом протокола всегда начинается с первой строки. Выберите 55 из... Погнали. Взрывай гранату. Я не понял, что я сделал, нахуй. Ну, блядь, вообще похуй. Давай, взрываем гранату. Но. Зажмите Tab на видео указатель новых охранников. Отправьте скрипт за гранату, чтобы временно... Ну, я сделал так, чё. А, это она так долго хакается, я должен на это смотреть? Ты серьезно? А, тап надо отжимать. Прошу прощения, ах, выпец. И второй вздох. Окей. Надо было просто отключить мозг и выполнить приказ. Прямо как в Мелитехе. Отлично.
Алгоритм Мелитеха дал тебе высокие баллы. Так есть нахуй. Есть еще модули, чтобы потренировать другие навыки. Или можно закруглиться, если хочешь. Покажи, что еще есть. На улицах никто не будет тебе подсказывать и прощать ошибки. Давай, давай. База обучения пройдена. Скрытность. Ну давай посмотрим, это интересно. Скрытность, да, это то, как я хотел играть. Немного поработаем над твоей скрытностью. Надо уклониться. Блок. А как руки опустить, ага? Чтобы провести сканирование, нажмите Tab. Ок, давай. Отмечаем врагов. Вроде все. Чтобы отменить врага с помощью птичек, нажмите. Ну. Враг, который не догадывается о вашем присутствии, будет жить своей жизнью. Найдите закономерность его поведения, примените полученные знания, чтобы незаметно пройти мимо. Выйти на полигон. Давай. Опасная зона, тихо. Если вы попадете в поле зрения врага, у него на голове начнет заполняться индикатор тревоги и спрячется, чтобы вас не обнаружили. Окей. В укрытие, быстро. Я спрятался. Ну что ж, не так и позорно. Теперь медленно иди к выходу. Тебя не должны заметить. Происходит стелс. Супер. Изи. Молодец. В следующую зону. Так, обращайте внимание на элементы безопасности, такие как турели и камеры наблюдения. Они могут активировать сигнал и выдать ваше местоположение. Самое, только с камерой. А как ее наебать? Вражеские камеры, которые могут вас зачесть, сканируют пространство с помощью оранжевых лучей, а дружественные с помощью зеленых. Камера с помощью движения людей, но не засекает шум. Отлично размялись. Окей, дальше у нас продвинутые приемы боя. И на этом будем закругляться. Да, давай, а то мне тоже уже все это заебало. Сейчас будешь знакомиться с врагами в рукопашном бою. Давай, нахуй. Устрани вот этого. Только под руку ему не попадись. Давай сюда его. Где он? Вот этот? Сюда, иди с разбега. Не. Так, блок. Соберись, Ви. Что я не так сделал? Выйти на арену. Давай. А, подкрасться? Схватить. О! Захват сильных врагов. Враги, чей уровень здоровья значительно превышает вас, отмечены значком черепа. Они быстрее взрывают... вырываются из вашего захвата и представляют для вас большую угрозу. Будьте очень осторожны, вступая с ними в бой. Он вырвался. Ну ладно, хватит. Подыщем кого-нибудь из твоей весовой категории. Ну да, то он какой-то, блядь, охуевший. О, давай, иди сюда. Быстрая атака, чтобы совершить быструю атаку, нажмите нахуй, иди сюда. Я уже так делал. Да. Не, на серу. Комбо из быстрых атак. Чтобы выполнить комбо из быстрых атак, нажимайте до того, как совершилось предыдущее быстрое. Комбо показываю. Комбина. Сильные атаки. Чтобы накопить энергию для сильной атаки, зажмите, чтобы выполнить и отпустите. Иди сюда. Не! Блять, не дали вторую. Выносливость. Вы расходуете выносливость. Атакую врагов. Расход выносливости зависит от текущей... Да, понял. Выносливость. Изи. Враг поставил брок. Давай. Следующий дебил будет блокировать твои удары. Давай, блоч. Выходит. Противодействие блоку. Быстрые атаки иной стороны блокирующим врагам. Пробить блок можно только сильным метом. Да я понял. Не. 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 Не дали. Не бей. А, сука, с ноги. Вы расходуете выносливость, когда блокируете атаки. Понял, вы не сможете блокировать, когда выносливости нет. Хорошо. Универсальное продействие блоку. Враги могут пробить ваш блок сильными атаками, но и вы можете пробить их блок точно так же. Хорошо. Давай еще разок. Давай! Че можешь? Манекен ебаный. Хуета. Вот так надо бить.
Чтобы заблокировать удар, автоматически контратаковать, нажмите прямо перед тем, как получить удар. Этот дебил теряет точку опоры, когда заканчивается. Пользуйся этим. Подходи и бей на движение. Не. И еще тебе нахуй на сдачу. Чтобы уклоняться, нажимайте дважды хуйню. А вот это было хорошо. Этот дебил вообще не должен по тебе попадать. А, вообще. Хуй-то! Что такое? Хе-хе-хе. Победите врага, приняв все изученные приемы. Пфф, вставай. Путь дебилов, мой юный ученик. Путь дебилов, вроде. Настало время пройти последнее испытание. И это все? Дайте мне большого того. Катана. Вот это... О, Гостранер пошел. Сюда иди. Так, изученные приемы ближнего боя с применением оружия, ближнего боя, например, с катанами. Во, вот с этим я хочу играть. Катана, это звучит хайпово. Быстро атаковать, зажми. Чоу. И теперь сильнее. На. И блок. Кайф. Хорошо, теперь покажи, чему ты научился. К всему. Вам предстоит победить врагов, уже встреченных во время обучения. На этот раз сможете пользоваться любыми мечами, оружием и кибердекой. О, понеслась! Пулю отбивай пулю! Сука! ХП не очень, током бьет! Сюда иди! Да я ёбрь. Давай на платформу. Иду. Все? Мы закончили? Удачи, Ви. Да. Вообще, конечно, если это симуляция, ты могла себе отрастить нормальные волосы такие. Видимо, тебе и так по кайфу. Ладно, все, спасибо, я пошел. Я пошел разъебывать. Жеки, я закончил. Ну как? Понравилось? Ну такое, нормально. Можем заняться настоящим делом. Да, пошли теперь разъебывать. Ты узнал подробности? Как ты сказала, как лучше выполнять этот заказ? Я тебе не мама. Тебе платят, ты и думай. Работа легчайшая. Сука. Я готов. Пошли тогда. Так. Лифт. Пошли. Сейчас, вытащить оружие, альт. Что у меня? Кулачок и пукалет. Селекторы эти ёбаные. Ой, бля, я, кстати, так надеялся, что поляки... тут, ну, вот поляки из соседней, блядь, студии, это сейчас, если что, Techland, въебали в свою игру Tobii Eye Tracker в Dying Light. И там Tobii Eye Tracker охуенный. Я выкатил немало деньги за Tobii Eye Tracker, его здесь нет. Так, подожди, а как... хуйня, подожди. Все круто, но... как убрать оружие? Ускориться, двигаться, выбрать оружие. Следующее оружие, выбрать третье. Выстрелить, прицелиться, быстро атаковать, перезайти, войти, выйти, блять, просканировать, взять, открыть. Допустим, еще раз 4. Я хочу убрать свои кулаки. Ладно, я думаю, он сам уберется временем. Не? Убери кулаки, пожалуйста. Так и буду, когда он идти с руками наперед. Ладно. Может быть, потом научусь этой технике. Нужно стелс в миллион вкачать, нахуй, чтобы... ладно, он сам. Лист какой-то умный. Нужно в миллион стелс качать, чтобы учиться технике складывать оружие. Тибак ответить. Цель Сандра Дорсет. Ее биомон пару часов как пропал с радаром. Ага. Уже ее похитили. Ага. Возможно, она уже мертва. Не знаю, успеете ли вы. Успеем ли мы, Бак? Я понимаю, ты не рассказываешь тут с нами. Но мы все равно одна команда. Команда. Как мило. Успокойтесь уже оба. Мы почти на месте. Слышишь, Бак? Соберись. На какую там волну достаем? Что это? Отскок. Похуй, взяли. Получить отскок, версия 1. Что это?
Билет на вину лотереи. Бля, выиграю. Бля, что это? Трубка. Хуйня. Блять, везде мусор какой-то. Сука, дверь закрой. Нахуй отсюда. Сибала. Да-да-да-да, сибала. Надо взломать дверь. Сможешь обойти защиту? Смогу. F. Не высовывайся. Да ты куда прешь на пролом, Ханс? Ценные предметы. Давай, вот что это? Это ценная штука? Пепельница, мусор. Блять, подожди, я лутаюсь. 10 бачей стоит. Похуй, какая-то вода без газа. Инжектор, блять, похуй, давай, все, что не прибито. Что случилось? Дешевый имплант. Иммунитет второго уровня. Она девочка из высшей лиги. Ебать, Юра. А у этой затотеховские подделки с черного рынка. Такие в любой подворотне ставят. Это не она. Ищем дальше. А, хакать не надо. Давай, откроем. Не спать. Тут еще пиндехос. Сейчас мы этих пиндехос уделаем. Сейчас все. Пиндеху, блядь. Ты там не рыпайся. Не! Лёг. Красава. Сам бы лучше не сделал. Ну, ясенка. Ну, я достану 40% здоровья. Бери, блядь, тут хилки везде разбросаны. Подожди, я спал. Внимание, новое дело на входе. Они уже близко. Мясники, бучи. Да. Сейчас выждем. Кактусовый сок, блять, давай. Осколочная граната. Брать, брат, тут столько всего, ты чего не собираешь? По идее могу так отметить. Тихо, блять, я его отмечал. Что? Ебать, кинул хаешку просто, блять, ну стелс. Да хватай его уже, блядь, бей его так. Тут еще кто-то есть. Найдите их и разберитесь. Не пошел в стелс у нас. О! Может быть и хорошо. Да, я ж сложность какую ставил. Да, блядь, я кто ж знал, что на колесиках кидаются хаешки? Я хотел его отметить, блядь. Убери его по-тихому, блядь. Хаешку и подняли. Сука. Ай, блядь. Не дергайся, а то нас увидят. Так, ладно. Давай, сейчас без хуни. На, в коробку. Давай сюда это говно. Сюда это говно. Да, давай. Идем на. Какой скальп, нахуй его взял, блядь. Чё? Что там лежит? Анализатор гранат. Давай сюда. А, это мой, блядь, кент работает. Давай залутай, сука. С этими разобрались. Только это явно не все. Идем дальше. Я за тобой. Давай. Нахуй. Похуй, собираем все, потом разберем. Враги смотрят. Да, они смотрят. Сидя смотрят. Давай-ка мы их сейчас быстренько поотмечаемся. Обнаружены тело, враги предупреждены. О том, что я за ними иду. Сюда иди. На! Скрытность 2. Ну так кто?
А, хорош, ебать, братан. Ну ты ебать. Да не увидит он, блять, не паникуй, нахуй. Сейчас его обойду, ладно, жди. Какой-то кетчуп, блять, еще какую-то хунь. Боже, сколько мусора, мне это уже начинает немножко напрягать. Потому что тут вроде какое-то действие, и Шона мне говорят... Нихуя ты с волыной, блядь! Да сдохни, блядь. Крупнокалиберный пулемет. Ищите, должно быть... День, когда рухнула башня. Евро-доллары сюда, ЛВшку. Евро-доллары. Так, что здесь есть? Гость один. F применить. А, зажимать. Свежее мясо. Окей. А твой любимый поставщик кому? Гомб. Мы не забываем, ты покойник. От Виктор кому Блэйз? Ре, тебе пизда. Еще раз ко мне придет твои шестерки. Треснувшей челюстью дело не ограничится. Я словами не бросаю. Приходите, суки. Окей. Компьютеры. Так, давай, что там, брат? Блять, господи боже. Что они делают? Смотри девушку, давай. Если они их на органы разбирают, на что? Это она. Наша цель. Мы успели? Она жива? Вроде сейчас да. Сейчас проверим. Ви, подключись к ее биомону. Проверим, что с ней. Выглядит она дерьмово. Она лежит в ванне. Еще с одним телом. Их кинули как куски мяса. Соберись, Ви. Если ее спасут, она ничего не вспомнит. Будет маленький шрам в подсознании, и все. Я слышал, те, кто такое пережил, страдают от приступов паники, хотя не знают почему. Пьешь такую холодную воду и раз, руки начинают трястись. Ебать. Ви, подключись к биомону. Да сейчас, блядь, ну я переживаю за нее, ты шо? Подключаюсь. Сандра Дорсет, NS570442, платиновый статус в травме. Платиновый? Бля, к ней по первому чиху должны были приехать. Видимо, что-то блокирует сигнал. Могли ломануть биомон, поменять прошивку, запустить нейровирус. Караху, дебаг! Это тебе не вип-клиника! Тут ванны со льдом и крюки с топорами! Значит, это что-то простое. Есть мысль. Проверь, в нейропорте нет щепки? Если есть, выдергивай, она заглушает сигнал. Да, есть чип. Сейчас выну. Проверь биомон. Что-то поменялось? Здравствуйте, Сандра. Если вы в сознании, лягте на бок. Ожидаемое время до прибытия скорой помощи к месту вашего положения 180 секунд. Монитор сказал, травма будет через 3 минуты. Ваш страховой тариф покрывает 90% стоимости транспортировки и лечения. Ебать, тут нахуй медицина у них. Вынимай ее из этой херни. О, блядь! Она уходит! Ви, что у вас там? Не молчи! Только этого не хватало! Джеки, инжектор! Ингалятор! Давай! А, это не ингалятор, это что-то посерьезнее. Ну, вроде... Вроде помогло. ФРСА, выноси ее отсюда! Блять, эту голую бабу мне еще из ванны не хватало тащить. Давай, выноси ее на балкон. Че, где скорая, блять? Давай нахуй, пакуйте ее, ей хуёво. Я встал. Еще ближе. А, встань у входа. Да встал, встал, все, отошел. Все, я ей ничего не делаю, я помочь пытаюсь, парни. Иду. Ну. Пять
шагов назад. Быстро. Блять, вы еще такие парни, нахуй, я помочь хочу, блять. ТТ-133 центру. Получили пациентку НС-570442. Ебать. Все, все, блять, я руки держу спокойно, нахуй, все, забирайте. Ебать. Охуеть. Как ты, брат? Уходим отсюда. Лифт едет прямо на парковку. Давай, нахуй. Где бы руки помыть? Рваная, сюда рубашку. Так, ухожу из эфира. До скорой встречи. Все, мы закончили, мы ее спасли. Тут вот какое дело. Можно взять твою тачку? У меня свидание с Мисти. Не на метро же мне ехать. Буду выглядеть как абсас. Да бери, конечно, Джек. Только сильно не привыкай. Ты прямо мой спаситель, Ви. Что, может подбросить тебя домой? Карты. Ну давай. Я все равно устал. А, чёрт, не забыл. Позвони сейчас в Акака. Дай ей знать, что работа сделана. Телефончик. Вакака, Вакака, прием. Ви, как все прошло? Клиентка жива, здорова? Относительно, я хуй знает. Относительно. Мы передали ее травме. Они поставят ее на ноги. Замечательно. Твое вознаграждение ждет. Приходи, забирай, когда захочешь, хоть сейчас. Но мне кажется, сейчас тебе больше всего хочется домой. Да. Правда, Уотсон отцепили. Везде полицейские кордоны. Если хочешь проскочить, придется поторопиться. Спасибо за инфу. Я к тебе скоро заеду. Говорят, копы отцепили Уотсон. Если я не хочу ночевать где-нибудь под забором, надо сваливать отсюда на полной скорости. Положись на меня, Мано. Я поведу. Я хочу повезти, блядь. Ну почему на пассажирской? Блядь, не поцарапай, блядь, аккуратно, моя машина. Поехали. Это ты так торопишься, блядь? Соглы, братан. Город как город, только большой. Нет, ман, это необычный город. Морган Блэкхенд, Эндрю Уэйленд, Адам Смаша. Тут рождаются легенды. Так, жрать охота. Заскочим куда-нибудь. Ты как? Джеки, Уотсон блокирует. Ты не забыл? Педаль в пол, братишка. Точно. Потом похаваем, посидим. Мне кажется, или... Я и знал. У нас на хвосте висит фургон. Я не могу это понять. А, вот он. Это совсем не нравится. Транспортное средство боя. Достать оружие альт, убрать оружие альт, взглянуть в окно с пассажирками, можешь стрелять из любого... Это сука! Жди, Жеки, Жеки, давай, блядь! Давай, Ви, да пытаюсь! Хедшот! Блядь. Критическое повреждение системы погибли. На ровном месте, блядь? Что? Что? Что не так? Да стреляю я, блядь. Веди нормально. Держи. Слушай, он меня просто убивает, блядь. Давай, я похилился, давай. О, блядь. До этого столько раз сдох, блядь, даже... Да, сука, иди сюда. Попались, мрази. Ви, за
Давай. Блять, им столько хитов выписываем, так похуй. Портил я вид твоей малышки. Прости, Ви. Ничего, потом разберемся. Надо сначала вернуться домой. Что это за хуилы были, блядь? А? Чингада Мадре! Нахуй ты орешь? Че, уже все закрыли, нахуй, мы не успели. Они явно решили не мелочиться. Ебать. Ты прогрузишься там, нет? Вот полицейский. Блокирован, пока не будет дальнейших распоряжений. Меры безопасности. О, мадам. Какое счастье, что мы вас встретили, офицер. Серьезно? А что во мне такого особенного? У вас доброе сердце. Только тот, у кого доброе сердце, поймет, как сильно я хочу вернуться к своей девушке. Да ладно, к своей девушке? Ну да. Она с ума сойдет, если я к ней не приеду. Ну ты пиздобол, Джеки. Я обещал ей, что буду образцовым парнем. Она дала мне шанс, понимаете? Жаль, что так вышло. Пропустите нас, пожалуйста. Не идеальный гражданин, но, по-моему, вполне достойный. Пусть едут. Больше никого не пропустим. Ладно, проезжайте. Спасибо. Хорошего вам вечера, мадам. Ну ты пиздобол, Джеки, блядь, хорош. Запиздел я. А ты ей понравился. Моя неподдельная искренность тронула ее сердце. Да. А что, я верный, дорожу отношениями. А главное, скромный. Не, ну технических проблем, конечно, у игры я ебал. Джеки умеет, допустим, с закрытым ртом говорить. Полицейские машины не грузятся, блядь. Я молчу про то, как она прослайдила вначале, блядь. Ну, ладно. Будем закрывать на это глаза. Там пешеходы вылезли, блядь. Хуя тут гопают кого-то. Полиция? Этим мужикам мало не покажется. Ебать. Потому что это не обычные копы. Это Макс Так, охотничьи псы нашей полиции. Психи. Их вызывают только когда ситуация выходит из-под контроля. Хотя вот эти мужики им так на один зуб. Макс Так. Все, спектакль окончен. Просто не надо было нарваться. Все, все, уезжаем. Спасибо. Да неужели, блядь? Как же ты? Сейчас уже, наверное, в Хейвуд не проехать. Спокойно, Ви, меня пропустят. Ты прямо уверен? Ну да, я снова буду очень вежлив. Это у них какой-то, нахуй, исполнительница, наверное, какая-то, да, блядь, с тремя ртами? Ну или проститутка элитная, которая может сразу... Ладно, неважно. Исполнительница, исполнительница. Ты, блядь, так паркуешься? Да чел, ты рофлишь. Давай, нахуй. Ура! Новый уровень, очки характеристики, очки способности открыть. О, качалово пошло, качалово. Сила, интеллект, хладнокровие, реакция. Реакция, ебать. Короткоствол, клинки, винтовки. Клинки, блядь, что умеем? Ревущий поток, пассивный, сильные атаки клинковым оружием наносят пассивки, блядь, а есть активки. Удар дракон, ну да, вот так, пассивки, ой, пассивки, активки есть. Ну, блядь, я так смотрю, вот, активируемый, алый источник. Сражаясь с клинковым оружием, вы восстановите 7% здоровья, когда вызываете кровотечение.
У врага ли попадаете по врагу с кровотечением? И это активка, блядь, вестник смерти. Обезвреживание врага с помощью клинкового оружия, ставим 20 здоровья. Короче, пока ладно, пускай это качалово подождет. Потом с этим разбери. Так, квартиру, пожалуйста. Ну, привет. Да, блядь, я чё? Забыла сказать, у знакомого нетранера для тебя кое-что есть. Ну, давай. Дебаг дал вам поручение, которое станет вашим первым шагом в развитии нетранерских способностей, я не успел прочитал. Карина Ли, ведущая популярного шоу «Чипуйся», активная сторонница кибернетических имплантов. Ну, как жизнь, красотка? Не жалуюсь, Зиги. Блядь, теле, конечно. Уйта. Веер, мусор, окей. Чё здесь, гопота? Алло? Да. Эй, слышь, мы знакомы? Нет. Ладно, хуй с вами. Автоматами можно что-нибудь заказать? Воспользоваться? Никола, давай. Бам. Никола взять. Вызывает эффект утоления жажды, который через запас выносливости на 10 ускоряет ее восстановление. Прикольно, кока-колу заказал. Кайф? О, девчонки. Да я помогу, да. А, не, я силу не качал. Ремонт платили. По-моему, нас наебывают. Да, так и есть. Хотите, я вас тоже наебу? Пару слов начальнику. Нет? Ну ладно. Хуй с вами. Хом, свит хом. Что у нас тут есть? Посмотреть в зеркало. О, все еще красавчик. А нахуя? Смотреть в зеркало, отвернуться, улыбнуться, нахмуриться, надуться, удивиться, посмотреть. Удивиться. Ну окей, блядь. Включить воду, да, можно помыться. Ладно, хуй с ним. Потом с хатой разберемся. Арсенал. Ваш тайник — это защищенное хранилище, которое доступно во всех ваших убежищах и транспортных средствах. Если вы положите вещь в багажник своего автомобиля, то сможете зайти из тайника в своей квартире. Открыть. У нас есть костюм офисный. Есть хуйня, которую я напиздил. Куча одежды. Всякая хуйня. Ну и чё? Скальпель, мусор и в сумме весь инвентарь. Окей. Лечь спать. О, кай, пошли. Весь мусор на себе пока будем таскать. Давай. Блять, как-то странно так лег боком, блять. Have we seen the actual reality of a monstrous crime? Or merely an illusion, the product of a tortured brain?